лица. Иногда, глядя на себя в зеркало после пробуждения, мы ужасаемся своему внешнему виду. Вроде бы и спали достаточное количество времени, и постель удобная, а все равно на лице появились отеки, под глазами мешки. Причины появления отеков. Причин, по которым лицо за ночь отекает, может быть несколько. Самое распространенное – нарушение водного баланса в организме. Иными словами, отеки вызваны обильным питьем накануне. В свою очередь, жажда была вызвана какой-то пищей, например, соленой рыбой или огурцами. И вот, как говорится, результат налицо. Вся лишняя вода оказалась в подкожной клетчатке и в мешках под глазами. Другая причина отеков лица – неправильное использование косметики. Многие забывают о том, что вечером необходимо накладывать крем не позже, чем за 2 часа до сна. Кроме того, отеки могут быть реакцией на некоторые компоненты ухаживающих средств. Поэтому после выявления аллергена необходимо отказаться от неподходящей косметики. И, наконец, самая серьезная причина, которая вызывает отеки – органические заболевания. В первую очередь сердечно-сосудистая и мочевыделительная системы. Если есть опасения относительно состояния здоровья, необходимо проконсультироваться с врачом и принять соответствующие меры. Как снять отеки и быстро привести в порядок отекшее лицо? Самый простой способ привести в порядок отекшее лицо – это умывание прохладной водой и обычный контрастный душ, который хорошо снимает отечность лица и тонизирует кожу. Старый добрый рецепт – положить использованные чайные пакетики на веки. Если есть опасения, что с утра будут отеки, нужно подготовиться, заварить пакетики вечером, остудить и поместить их в холодильник. Другой вариант – убрать отек, смочить в холодном крепком зеленом чае, не амортизированном, салфетку и положить к лицу. Как всегда, большую помощь при снятии отека лица может оказать фитотерапия. Лекарственные травы, овощи и корнеплоды всегда выручают в критических ситуациях, когда нет времени на аппаратные процедуры. Рекомендуется протереть отекшее лицо кубиками льда, сделанного из травяного настоя. Шалфея, календулы, чистотела, мяты, ромашки, зверобоя, лепестков роз. Хорошо снимают отеки сок петрушки. Нужно смочить в нем ватные тампоны и положить на глаза. Избавиться от отеков лица поможет маска из сметаны с укропом. Порубить 1 чайную ложку укропа и добавить 2 столовые ложки сметаны. Еще вариант. Натертый на мелкой терке картофель накладывают на лицо. Через 10-15 минут снимают салфеткой и протирают кожу настоем ромашки или ополаскивают водой. Хорошее воздействие на отечную кожу лица окажет самомассаж легкими, пощипывающими и поглаживающими движениями. Его делают по массажным линиям сверху вниз от центра к периферии. Средства для снятия отеков. Для того, чтобы проблема с отеками на лице не застывала врасплох, лучше подстраховаться и запастись средствами косметической промышленности и фармацевтики. Самые эффективные – разнообразные маски, в состав которых входят травы, грязи, микроэлементы, витамины и минеральные вещества. Такие препараты не только способствуют устранению и снятию отеков на лице, но и оказывают лечебное воздействие на кожу, питая ее и тонизируя. Среди утренних помощников – гелевая охлаждающая маска для области глаз. Ее хранят в холодильнике и используют по надобности. Хорошо себя
зарекомендовали маски на тканевой текстильной основе, пропитанные лечебными средствами. Их используют определенное количество раз, затем меняют на свежие. Известно, что любое проявление нездоровья, а отеки на лице к ним относятся в полной мере, лучше предупредить, чем вылечить. Самый верный способ избежать проблем – соблюдение режима питания, сна, работы и отдыха. На этом все. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всего вам доброго и до новых встреч!